Активная борьба с гриппом началась. В Нижнем Новгороде открываются пункты вакцинации в торговых центрах для удобства и экономии времени желающих привиться. В пунктах используют два вида трехкомпонентной вакцины российского происхождения – «Савигрипп» и «Флюэм». Противопоказаний для прививок нет. Это только аллергические реакции на куриный белок. А здесь прививающихся осматривает доктор, происходит измерение температуры, пульсоксиметрия и сразу проводится вакцинация. Самое благоприятное время для вакцинации – начало сентября, когда еще нет холодов и повального характера заболеваний. Чем раньше человек смог провакцинироваться именно в теплое время, когда еще нет подъема заболеваемости какой-либо, тем лучше он это перенесет. Прививаться или нет – личное дело каждого. Мнения на этот счет часто полярные. Я никогда не вакцинируюсь. Не надо. Суровая действительность заставляет. Нет, я никогда не делала. Молодежь, если прививается от гриппа, правильно делает. Буду прививаться на этой неделе обязательно, чтобы укреплять иммунитет. Важная деталь, как объясняют специалисты, прививаться следует, когда у вас еще нет антител, когда уровень заболеваемости еще не высокий, чтобы легче перенести вакцинацию и исключить дальнейшие риски заболеть гриппом. Прививка против гриппа входит в хороший иммуномодулятор, который все-таки иммунитет у человека повышает и от гриппа, и от коронавируса, то есть полиоксидоний. Первым делом, полагают эксперты, прививаться должны дети, люди старше 60 лет, медики, учителя и пациенты с хроническими заболеваниями. Я очень рада. Я не молодой человек, и у нас много в микрорайоне таких жителей. И очень приятно, очень хорошо, что люди пришли в магазин, и здесь они встретились с докторами. Они могут сделать прививку себе. Грипп наиболее агрессивен именно в холодное время года. Враг этот коварен и опасен. Одна испанка в начале прошлого столетия унесла около 100 миллионов человек. И вирус этот постоянно мутирует. Каждый год атакуя нас новыми штаммами. Сергей Щеплягин, София Иванова, Алексей Калякин. Время новостей.